проблема. Сидишь, шланг куряешь, нарды, все идет соль, есть колерчик. Это с кем идет соль, на соль. Да, не орда, орда проблема ее. Примарина, договор, сразу сказали, что 2-3 дня постараемся провести воду. И все, что там еще. Ну, каждый для себя, вот, двор, каждый должен работать. Конечно, жара невыносимая, 40 лет, ну, 40 градусов. Ничего. Хорошо, что Олег Федорович взялся за это дело. Мы тоже помогаем. И вот мы собрались с улицы и решили, и пошли туда, обратились к примару Олегу Федоровичу. Ну и он решил, сказал, и мы поможем, 50% от вас, 50% от нас. И большое спасибо, вот за 2-3 дня агитация пошла, и уже за 3 дня уже вот заканчивает трассу.